Дверочка скала от компании Monolith. На данный момент это стандартная комплектация модели скала. Она включает в себя три замка, комплект фирменных защит, броненакладки, бронепластины, защиты ригелей. Металлоконструкция скалы, это полностью вся замковая часть выполнена 14 мм обычного металла с внешней и с внутренней стороны. Замки находятся в 14-миллиметровом кожухе. Плюс перед каждым замком стоят комплект по две пластины 6-миллиметровые, по 12 мм каленого металла. Перед каждым корпусом замка, на весь корпус пластины. В сумме выходит 12 мм каленого, 14 мм обычного металла с внешней и с внутренней стороны замков. При такой толщине металлоконструкция, то есть замки находятся полностью облачены металлом, то есть хода у них как такового нет. То есть у них 1 мм буквально в одну сторону, 1 мм в другую, полностью обжатый металлом. Конструкция включает в себя сетку из ребер жесткости, вертикальных, горизонтальных. Толщина полотна настолько большая, что болгарка даже 230 кругом не может его насквозь прорезать. Круг просто-напросто не достает. По притворам здесь то же самое, как бы толщина металла настолько большая, что время для того, чтобы срезать эти все ригеля, оно несоизмеримо с тем временем, которое можно потратить на вскрытие двери таким способом. Защита ригелей включает в себя бронепластины и обычный металл. Бронепластины и обычный металл расположены в двух плоскостях, во фронтальной и в торцевой. Фронтальная защита от сверления составляет более 2 сантиметров обычного металла, плюс 6-миллиметровая каленая пластина. Торцевая защита включает в себя 10 мм обычного металла, 6 мм каленого. Так сделано на каждом замке. Со стороны петель идут противосъемы самого огромного формата, 25 мм длина, 16 мм диаметр. Вот такая вот дверочка с такими защитами. Ну немного о броненакладках. Броненакладки здесь тоже уникальные. Броненакладки с самым большим размером шайб, толщин каленого металла. Более 2 сантиметров шайба, более 4 сантиметров сама броненакладка толщиной.